Сказать «да» здоровому образу жизни и «нет» пагубной привычки. В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной прошла акция, приуроченная ко дню борьбы с наркоманией и распространением наркотиков. В рамках проводимых мероприятий к Международному дню борьбы с наркоманией УМВД России по Одинцовскому городскому округу совместно с общественным советом при УМВД проведено мероприятие «Нет наркотикам». Цель данной акции – привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотических средств и формирование в обществе негативного отношения к их потреблению. Представители общественного совета при УМВД и полицейские беседовали с посетителями парка о вредных привычках и зависимостях, раздавали тематические материалы. Постарались подчеркнуть, насколько опасны наркотики и насколько лучше жить без них. Мы проводим акцию «Полиция совместно с общественниками» о привлечении внимания граждан именно вот к этой проблеме. Михаил Меженников живет на два города, но даже в таком ритме успевает заниматься спортом. Выступает на соревнованиях по пейнтболу. Старается придерживаться здорового образа жизни. Считает, что поддерживать тело в хорошей физической форме не так уж сложно. Природа так устроена, что если вы чем-то не пользуетесь, это атрофируется. Это без разницы, это мозг. Мозгом не пользуетесь, он у вас со временем, там, вплоть до деменции, да. То же самое с мышцами, если вы не даете физическую нагрузку, никто не заставляет вас бить какие-то рекорды олимпийские, да, то есть это посильная нагрузка с головой, это нормальное питание и немножко отказать себе в излишествах. По статистике, наиболее подвержены наркозависимости люди в возрасте от 25 до 30 лет. Сотрудники полиции и общественники уверены, информированность о последствиях употребления, пропаганда здорового образа жизни помогут спасти немало молодых душ. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».